X-Ray Delta 1 диспетчерской. Инспектор Текила на борту. Замечены противники! Под нами! Знают, как обижать мой вертолет. Под нами! Внимание! Под нами! Ого! Отлично! Замечены противники! Вижу внизу большое число противников! Говорит X-Ray Delta 1, перехожу в боевую позицию. Сбивай приближающиеся ракеты. Ты должен сбивать вражеские ракеты. Ха-ха, они не знают, на кого нарвались. Поворот по вектору 270. Держись! Я сейчас нас разверну! Внимание! Поворот по вектору 180. Постарайся попасть вон в те баки с горючим. Их должно смести взрывом.
знают, как это мой вертолет. Слева! Начинаю уклонение! Держись! Отлично! Справа от тебя! Ха-ха! Они не знают, на кого нарвались! Поворот по вектору 360. Вектору 1-8-0. Ого! Отлично! Ты где там, в вертолете? И уже теряю терпение. Держись, не дай золотой трости перетащить оружие и наркотики через флотилию. Пора потопить лодки. На борту вертолета должны быть мины. Текила.
Друг, это снова я. Встретимся на яхте Вонга рядом с грузовым ангаром. Я пришлю за тобой водное такси. На проводе. Это текила. Отправьте скорую помощь и полицию к флотилии. И побыстрее. Тебя кто-то повысил до капитана? Ты должен быть в управлении. Вызовите помощь. Уволите меня позже. Мне еще надо осмотреть катер. Какой еще катер? Что ты там делаешь? Нашел зацепку на Джимми Вонга. Хочу узнать, не он ли стоит за этой войной. Я же сказал тебе не лезть. Ты меня слушаешь или вас нет, не слышно. Текила? Перезвоните позже. С вами хочет поговорить господин Вонг. Тогда пойдем к нему. Солидные вы, даже с почтовым адресом. Меня зовут Дапанг, садитесь. Я знаю, у нас было много проблем. И поэтому ты хочешь меня убить? Если бы хотел, то давно бы убил.
Сегодня мне нужна твоя помощь. Не часто я видел это выражение на твоем лице. Ты удивлен. Позволь объяснить. Твоего копа убил не коготь дракона, а золотая трость. Они бросили тень на нас, оставив фирменный знак моих девяток. А, ну ладно, прощаю. Не умничай. Не хватало мне еще тискаться с копом. Но так будешь слушать или трепаться? Я покурю. Говори. Золотая трость Юна Ги сотрудничает с русской мафией из Чикаго, Дэймоном Захаровым и его бандой. Они хотят получить Гонконг, мою территорию. Убери их. У тебя же есть люди. Да, у меня есть оружие и люди. Но у Захаровых есть они. Мы с Тека просто хотим жить той жизнью, которая могла бы быть. Ну вот, мистер Вонг, доказательство, что ваши дочка и внучка живы. Выключи. А теперь я расскажу, что будет, если вы... Значит, Билли назвала ее Теко. В твою честь. Захаровы похитили их из дома в Чикаго 2 недели назад. Почему же ты не послал никого, чтобы порубить их в капусту и вернуть Билли с Теко домой? Если я отправлю отряд из Гонконга, повсюду вспыхнут красные флаги. ФБР будет ждать их в аэропорту. Плюс Захаров четко дал понять, если я выступлю против Золотой Трости, Билли и Тека умрут. Значит, мне нужен надежный человек, чистый, за которым не следят копы, и которому дело не безразлично настолько, что он готов рискнуть жизнью ради него. Этот человек ты. А ты отнял их у меня. Я даже не держал Тека на руках, и ни единой весточки от Билли с тех пор. 18 лет, ни единого звонка, ни единой открытки. Это я ей запретил. Тогда она меня боялась. Но когда мы наладили отношения, она стала опасаться, что ты ее не простишь. Знаешь, сколько раз я хотел прикончить тебя? Ха, думаю, много. И у тебя хватает наглости просить, чтобы я вернул их тебе? Тебе самому от себя не тошно? Нет, я привык. Ты согласен. Меня не должны здесь видеть. Не дай им захватить ангар. Выходит, мы снова напарники? Не знал, что ты под прикрытием в когте дракона. Ты еще многого не знаешь, но сейчас нам надо снести к черту этот ангар. Ты нашел взрывчатку? Вонгу это вряд ли понравится. Мы или превратим его в щепки, или золотой тростью уйдет с тонны героина. Я отметил внутри точки, где тебе надо установить взрывчатку. Я рад, что ты по-прежнему на нашей стороне. Напарники своих не бросают, верно? Как закончишь дело, тебя заберет полицейский катер на пристани. Yeah! Oh!
Я же просил тебя не соваться. А я просил вас прислать подкрепление. Я сегодня узнал, что Джерри работает под прикрытием в когте дракона. Значит, вы знали про Билли и Тека, но не удосужились мне сказать. Ради твоего же блага. Я знал, что если ты ввяжешься, все может... Что? Закончится так? Оставь. Я еще много чего нарушу, прежде чем дойду до конца. Юн и его парни заключают какую-то сделку в Мега. И сейчас туда вот-вот нагрянут девятки. Похоже, они обиделись, что на них повесили нашего мертвого копа. И хотят отомстить. Юн мне нужен живым. Вонг сдаст его русским, чтобы вернуть Билли и Тека. Встретимся в Мега. Боишься, что тебя увидят с легавым? Нет. Боюсь, что отец увидит нас вместе. Он же нас предупредил. Жалеешь, что влюбилась в меня? Ни капли. Но боюсь. Ведь дело теперь не только в нас с тобой. О чем ты говоришь? У нас будет ребенок. Ребенок? Отлично! Нет. Это кошмар. Если отец узнает, он всех нас убьет. Даже Джимми Вонг не убьет своего внука. Ты не знаешь его так, как знаю я. Тогда давай убежим. Он найдет нас. Нет, не найдет. Мы убежим далеко. Америка, Европа, на край света, куда угодно. Давай. Когда? Вечером. Встретимся в аэропорту. Я все устрою. Ладно.